Меня зовут Надежда Кутепова, и я российский политический беженец во Франции с июля 2015 года. В 2015 году моя общественная организация была признана иностранным агентом, и меня обвинили в шпионаже, мне пришлось бежать. До этого 15 лет, собственно, вся моя работа состояла в том, что я боролась за права человека. Когда 24 февраля началась война, то я сразу решила, что меня это, конечно, касается. Несмотря на то, что я в своей жизни сделала все для того, чтобы противостоять власти, ситуация, в которой началась война, мне казалось, что я должна сделать то, что смогу. Ну и вот с тех пор, собственно, я делаю, что могу, в составе организации «Солидарность» и лично. Почему сегодняшний день важен, почему участие россиян важно? Дело в том, что сегодняшний день – это день зависимости от Украины. Украина – это такое самостоятельное государство, с которого всем нам нужно брать пример. Храбрость, сопротивление и одновременно любовь к жизни. То есть то, что мы сегодня видим, они сопротивляются для того, чтобы отстоять свою свободу, для того, чтобы продолжать жить, продолжать, чтобы радоваться жизни. И в этом нам надо брать пример с них, потому что в нашей стране то, к чему привел режим Путина, это то, что люди живут, чтобы умереть. Они живут, чтобы умереть за Родину. И это совершенно неправильный посыл.